немножко творчества с так называемого карантинного периода. Вот. Мы вот это закрыли. Всех с Новым годом, всем счастья, любви. Надеюсь, уверен, что прошлый год у всех прошел прекрасно, а следующий, а наступивший еще лучше будет. Вот. И мы решили, скажем так, люди, которые в этом году, может быть, из-за самоизоляции, а может быть, потому что им очень нравится рисовать, они делали картины. И будь то человек, который с профессиональным образованием, или тот, который первый раз попробовал рисовать в этом году, в прошлом году, вот, мы решили все это объединить, не делить по каким-то там тематикам, критерии какие-то, что ой, это профессионально, это не профессионально. Каждый, кто когда-то сталкивался, рисовал, он понимает, что в принципе это некий такой процесс, даже можно сказать медитативный, где ты немножко себя раскрываешь. И это может быть и копия чьей-то картины или любимого художника, или же попытка как-то абстрактно высказаться о том, о чем думаешь, что переживаешь. Вот чтобы здесь не было никаких критерий, все работы люди создали за этот период, за этот год прошедший. И мы хотели создать эти картины. Будет возможно в течение недели, пока мы все отдыхаем, шанс прийти, посидеть, попить чайку, посмотреть на разные картины, поразмышлять. Сознательно мы участников не подписывали каждую картиночку, не портим экспозицию бирочками, потому что здесь важнее, каждый что-то для себя найдет, каждый, может быть, даже для себя откроет вдруг желание начать творить. Очень рад, что все вы здесь сегодня собрались, всех еще раз с Новым годом и наслаждайтесь!